В эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона Дмитрий Курдюмов. И Светлана Занько. Ребенок жалуется на боль в ноге. Что это может быть? Вот мы сегодня на эту тему будем разговаривать с детским травматологом-ортопедом. Мы его специально пригласили в эту студию. Правда, он и так каждый раз приходит на нашу программу. Но сегодня будет отвечать по своей профессии. И это Дмитрий Александрович Курдюмов, главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, бессменный соведущий программы «Слушайте доктора». Да, и как в одно время заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением и главный травматолог-ортопед Кировской области детский, да, и я вот знаю, что летом как раз возникает такая необходимость объяснить родителям, в связи с чем может ребенок начать жаловаться на боли в ноге, прежде всего в коленных суставах. Как мы понимаем, летом начинаются каникулы, дети у нас проявляют повышенную активность, они бегают, играют, отдыхают, в общем-то, и в связи с этим, что возникает потребность чуть-чуть в большем кровоснабжении нижних конечностей, а давайте начнем с того, что я вам расскажу, какая есть особенность детского организма. Чаще всего проблемы возникают в области тазобедренного сустава. Мы, может быть, коснемся всего, но я просто хочу обратить внимание родителей о том, о чем нужно думать для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Если говорить про взрослый тазобедренный сустав, а у нас была передача, посвященная этому, то рост закончен, ростковая зона отсутствует, и головка бедра питается за счет не только суставной жидкости, но еще и за счет дистального либо ниже расположенного отдела бедра, да, теми сосудами, которые проникают в головку бедра, и, в общем-то, все замечательно. Если происходит перелом, то нужно как можно быстрее оперировать либо протезировать, говорили мы, потому что питание резко нарушается. А как же у детей? Ведь у детей расположена ростковая зона, и сосуды через нее не проходят. Вот здесь очень интересно. Через ростковую зону сосуды не проходят, и головка бедра у детей, проксимальный отдел бедра у детей питается за счет круглой связки, которая прикрепляется к головке бедра, и за счет синовиальной жидкости. Естественно, что возможности питать головку бедра, они, естественно, ограничены. Они ограничены в связи с какими-то анатомическими особенностями, они индивидуальны в связи с иннервацией соответствующей сосудистой зоны нервами, которые отвечают за это. То есть у кого-то хуже питается, у кого-то лучше питается. Да, естественно, как мы понимаем, при повышенной нагрузке, особенно летом, да, вот почему я как раз, мы когда обсуждали тему, я говорил, что сейчас надо об этом поговорить. И как раз, когда возникает повышенная нагрузка, естественно, требуется большее кровоснабжение. Все это можно сравнить, вот эту зону у детей, можно сравнить и провести аналогию. Но первое, о чем мы поговорим, это болезнь Пертеса. Это не та болезнь, о которой давно мечтали поговорить. И об этой, о которой мечтали, про тоже поговорим. Да, тоже поговорим. Да, потому болезнь что все так или иначе вызывает боль в области там, коленного, тазобедренного сустава, чаще всего в области коленного сустава и наружной поверхности бедра без четкой локализации. Так вот, у детей через ростковую зону сосуды не проникают. И, как вы понимаете, начинается все с того. Ну, мы как-то недавно в передаче говорили о том, что вот создан центр боли, и я сначала так немножко скептически отнесся и сказал, что это очень сложно. И когда ребенок приходит и говорит, у меня болит колено, родители, либо знакомые приходят к доктору, доктор, ну, скажем так, это первичного звена, врач общей практики, естественно, начинает, ну, все сначала думают о том, что есть проблема в колене. Смотрят хирурги, смотрят педиатры, даже некоторые травматологи и ортопеды, не детские, думают о том, что болеть в колено, проблемы в коленном суставе, и начинается исследование коленного сустава во всех, в общем-то, возможных вариантах, срезах, ну и все исключается, а на самом деле нужно первое, о чем подумает детский травматолог-ортопед, что если ребенок жалуется на боль в коленном суставе, а вы знаете, у детских травматологов-ортопедов есть правило, ребенок не обманывает. Особенно маленький ребенок не обманывает. И оно подтверждается. И оно подтверждается. Причем мы каждый раз иногда подвергаем сомнению это правило, но так или иначе, некоторые в большей степени реагируют на боль, в некоторые в меньшей степени, но ребенок не обманывает. И если он жалуется, то, в общем-то, ищи проблему. Так вот, первая ситуация, которая может быть случаться в связи с болью в коленном суставе, это болезнь Пертеса. Возникает она тогда, естественно, когда ростковая зона существует. И у мальчиков, у детей эта болезнь начинается в возрасте, ну, чаще всего от 3 лет. От 3 лет и заканчивается она, как вы понимаете, когда ростковая зона закрывается.
Почему? Потому что через родковую зону проходят сосуды, и они начинают проходить сосуды, и они питают вот ту часть бедра, которая плохо кровоснабжалась, либо недостаточно. А почему вы сказали «у мальчиков»? У мальчиков что? У мальчиков. Мальчиков у детей. Сделали акцент. У них чаще? Или одинаково? Нет, я, наверное, оговорился. Ладно, тогда все. Да, с этим ясно. Одинаково и у девочек, и у мальчиков. Ну, вы знаете, чаще все-таки бывают мальчики, наверное, я скажу. И чаще всего можно сказать, что нога бывает правая, потому что у правшей правая нога чуть подлиннее. Это проблема. И больше нагружается она толчковая. Ну, в связи с этим требуется лучшее кровоснабжение немножко. Вот только с этим связано. Она бывает и у мальчиков, бывает и у девочек. Болезнь Пертеса начинается с возраста 3 лет и заканчивается тем возрастом, когда, ну, в общем-то, периодом полового созревания. Можно сказать, что где-то средний, от 3 до 10 лет чаще всего, ну, естественно, может быть старше. Поэтому первый диагноз, когда ребенок жалуется на боль в коленном суставе, это возраст. Вот та самая болезнь сыроваров, она возникает в период полового созревания. Это следующий этап. Да, это следующий этап. О чем мы можем здесь подумать еще, когда ребенок начинает жаловаться в области тазобедренного сустава? Естественно, в этом возрасте, в молодом, это перенесенное недавно респираторное заболевание, потому что бывает, ну вот назовем их так, общереактивные артриты. Ребенок перенес ОРЗ, перенес грипп, ну, в общем-то, и бывают, возникают синовиты неспецифические, которые, в общем-то, на фоне большей активности, которые подтверждаются и наличием жидкости в суставе, и болями в суставе, и недавно перенесенным респираторным заболеванием. Ну, это, в общем-то, приходящая разгрузка. Это лечится. Противовоспалительная терапия. Угу. Третье, о чем мы должны подумать в этом возрасте, итак, это болезнь Пертеса, перенесенное заболевание. Третья ситуация наиболее частая, встречается не так распространена, это новообразование в области верхнего отдела бедра. Мы встречаемся 1-2 раза в год, но не так часто, казалось бы, да, но эти дети проходят всех специалистов. Потому что что нужно исключить и что выявляется? Ставят диагноз даже тот самый болезнь Пертеса, ставят диагноз юношеский эпифизиолиз, но оно бывает так, что это доброкачественное образование остеоэстиома или остеобластома шейки бедра, которая находится только на компьютерной томографии, либо на магнитно-резонансной томографии. И требует оперативного лечения. Это ночные боли, прежде всего. Но вот тут, почему важно об этом сейчас сказать, если при ситуации, скажем, первой болезни Пертеса физио показано, то при доброкачественном образовании оно, в общем-то, можно сказать, противопоказано. Так вот, вернемся к болезни Пертеса. В любом случае, когда ребенок жалуется на боль в коленном суставе, родители должны подумать, что это может быть не только коленный сустав, хотя бывает и ударяются, естественно, вполне вероятно, по механизму травмы, но если он побегал и через день начинает жаловаться на боль в коленном суставе, думаем, это тазобедренный сустав, идем на консультацию к травматологу, к детскому ортопеду, и, ну, естественно, специалисты уже разберутся. Подождите, Дмитрий Александрович, как долго вот родители думают, ну, ребенок бегает, он ударился, упал, коленку ободрал, и это нормально. Вот когда точно стоит бить тревогу? Сразу, что ли? Ну, вот я как раз хотел сказать о том, что здесь, если до недавнего времени у нас классификация болезни Пертеса, это остеохондропатия головки бедра, либо некроз головки бедра, давайте быть честными. Инфаркт головки бедра. Есть инфаркт миокарда, а это инфаркт головки бедра. И тот процесс, и этот уже необратим. Когда инфаркт начинается, он необратим. Так вот, если до недавнего времени, до 2006 года классификация, общепринятая в Российской Федерации, была сразу эта стадия некроза, то было введено такое понятие, то есть еще дополнительно введена одна стадия нашими коллегами из Института Турнера. Эта стадия называется нейроциркуляторная коксопатия, аналог этой стадии ишемической болезни сердца, ишемическая болезнь. То есть когда ребенок побегал, поболело, вот та грань, критическая нехватка кровообращения не была пересечена, и все вернулось на круги своя, как говорится. Да, боль успокоилась, в общем-то, ребенок снова через несколько дней не жалуется на боли в тазобедренном суставе, родители разрешают бегать. По аналогии с ишемической болезнью сердца, когда инфаркт, прогрессирующая стенокардия. Поэтому, когда поздно, а когда не поздно, это зависит от однократной критической нагрузки.
Зимой это бывает катание на коньках, летом это бывает игра в футбол, бег на лыжах, ну, активная игра во дворе и так далее. То есть есть боль, иди к врачу. Есть боль, иди к врачу. Но когда ты начинаешь разговаривать с родителями, и вот уже так прицельно выяснять, скажите, а вот вспомните, когда ребенок жаловался на боли в коленном суставе. Ну, вот жаловался месяца три назад, но вроде он упал. А до этого было? И до этого было месяцев пять назад, но вроде он и упал, и не упал, но бегал во дворе. И ты выясняешь еще один, два, три эпизода обязательно. Ну, а дальше начинается сомнение. Бывает, родители обращаются чаще всего вовремя. И, естественно, диагноз нейроциркуляторной коксопатии, когда мы, скажем так, определяли тактику, в общем-то, лечения, говорили всем, и сейчас говорим всем молодым детским ортопедам, если есть признаки косвенные вот этого заболевания, есть признаки предрасполагающие, это такие как, ну, к примеру, незвращение, ну, одна типичная аномалия спинобифида в поясничном отделе говорит о том, что он чаще сопровождается нарушением кровоснабжения. Дальше есть разрыхление зоны роста, есть клиническое ограничение движения, ну, то есть признаки боли в тазобедренном суставе, надо ставить диагноз, вести ребенка консервативно, снижать резко нагрузку, проводить комплексную сосудистую терапию, ну, и дальше с этим ребенком наблюдать. Так вот, если... Наблюдать, пока не вырастет. Точно. К сожалению, да, другого варианта нет, пока не вырастет. Ну, надо сразу сказать, что есть ряд физических, скажем так, занятий, упражнений, есть даже спортивные занятия, которые не предполагают излишней нагрузки на тазобедренный сустав. Плавание? Да, например. И поэтому ребенок должен испытывать нормальную физическую нагрузку и должен нормально развиваться. То есть футбол нет, йога, плавание да. Плавание да, если такой диагноз поставлен. Так вот, если мы эту стадию упустили и обратились, и уже родители обратились, когда возникает стадия остеонекроза, то все, процесс необратим. И масштаб бед зависит от, ну, скажем, степени некроза, степени инфаркта, да, как инфаркт миокарда. Я всегда студентам, я раньше преподавал, проводил аналогию, говорил, что вот инфаркт миокарда и болезнь Пертеса – это одно и то же, только локализация разная. Принцип один и тот же – некроз, нехватка кровоснабжения. И, естественно, головка бедра сминается, она начинает болеть, наступать становится невозможно, и течет вот эта стадия, и вся болезнь Пертеса проходит все стадии, стадия некроза, фрагментации, там, импрессионного перелома, восстановления, от 3 до 5 лет. В это время дети лежат, головка становится бедра мягкая. Для того, чтобы она не вывихнулась, нужно лежать в специальном положении для того, чтобы она была полностью покрыта тазобедренным суставом. Хотя наши зарубежные коллеги подходят к этому более агрессивно, они не ограничивают детей, но все равно мы их отпротезируем в последующем. Если не соблюдать режим, конечно, головка бедра деформируется, она возникает, возникает грибовидная деформация. Ну и вот такие дети, они проходят лечение сейчас в детском восстановительном отделении ортопедическом «Русский Турек» нашего центра. Раньше это был санаторий «Русский Турек», но вот в один заезд у нас бывает до 8 таких детей. Чаще это со всей всего, области? Со всей области. Чаще всего дети вот как раз около 3-5 лет. Да, они лежат, и когда головка бедра восстанавливается, но знаете, самое интересное, как вы думаете, я вам задам вопрос, а что является исходом заболевания, что с ростковой зоной происходит? Может ли она восстановиться? Организм закрывает ее, потому что нет другого варианта, как восстановить кровоснабжение. Организм ее закрывает. Вот, естественно, на ноге у нас, ну, скажем так, по-простому, 4 ростковые зоны, 2 на бедре, 2 на большеберцовой кости, ну, вот глобальные, начинают, остается функционировать только 3. Ну, причем, вы знаете... То есть растет с другого конца кость, получается? Ну, за счет других ростковых зон, но, вы знаете, сильных укорочений не возникает. То есть, если у нас, вот мы смотрим на бедро, и верхняя часть ростковой зоны отмирает, то растет нижняя часть. Около коленного сустава, да. В общем, 3 ростковых зоны, 2 на бедре вверху. Это визуально как-то видно, такие изменения? Человек по-другому выглядит? Нет. Давайте по-другому, скажем так, попробуем сформулировать, что происходит. Ростковая зона закрывается. Закрывается ростковая зона в области тазобедренного сустава. И на эпифиз бедра, который что болел. Такое эпифиз? Ну, это верхняя часть бедра, да, которая сочетается с тазом, да, вот формирует тазобедренный сустав.
она восстанавливается, она немножко, естественно, изменяет форму, но при правильном лечении она становится остается сферической. И, кстати, очень хороший результат консервативного лечения. Хотя многие пытаются оперировать, родители обращаются, но я им говорю таким: если вы найдете, если вы захотите найти того, кто вас прооперирует, вы найдете. А сколько времени требуется на консервацию вот этой части бедра? От 3 до 5. Да. И ростковая зона в исходе заболевания, она закрывается, замыкается. Верхняя ростковая зона остается 3. Но вот еще раз хочу сказать, что на моей памяти, по-моему, один или два только ребенка, которому мы удлиняли нижнюю конечность, бедро, в связи с тем, что было укорочение. Значимое укорочение мы считаем где-то порядка, там, ну, больше 3-4 сантиметров. Все остальные укорочения незначимые, потому что рост бедра идет, ну, в большей степени за насчет ниже расположенных ростковых зон. Вот вкратце, скажем, такое заболевание, которое нужно исключить. Оно часто встречается, Дмитрий Александрович? Я сейчас, к сожалению, не готов называть, наверное, абсолютное количество на процентное на число детского населения. У нас около 17% mm-hmm. это детское население, в Кировском дети и подростки. Но ежегодно вот у нас новых случаев, наверное, порядка там до 10. Поэтому много из них, этих случаев, проходит, мы сейчас очень настороженные, и проходит на стадии, если это 10 случаев тех, которые переходят в стадию некроза. Мы об этом говорим. Но тех ситуаций, которые у нас заканчиваются на уровне нейроциркуляторной коксопатии, 2-3 в месяц. Они встречаются регулярно, те, которые, в общем-то, проходят и стационарное лечение. Вот такая. Это вовремя обнаружено. Вовремя обнаружено, совершенно верно. Ну и есть дети, которые стационарное лечение не проходят, и все ограничивается рекомендациями снижения нагрузки. Ребенка, мы говорим, нужно взять за руку, не отпускать на улицу, пройти физиолечение, но потом наблюдать. Мы, конечно, даем рекомендации по физической нагрузке, по какой-то там спорту, ну и так далее. Вот. Еще одна ситуация, мы уже говорили о том, которая может быть в этом возрасте, да и в любом возрасте, это доброкачественное образование шейки бедра. Понятно, что здесь диагноз очень сложен. Если прежде всего, чаще всего боль дают ночные боли, боли остеома, остеобластокластома, остеобластома, прошу прощения, остеома, остеобластома, в общем-то, они отличаются только размером, и мы видим реакцию шейки бедра. Ну и почему-то вот так сложилось, что вот такие дети к нам всегда приходили уже основательно полеченные по поводу и болезни Пертеса, и по поводу юношеского эпифизиолиза. Тут, конечно, если есть проблемы, ночные боли, выраженные боли, есть проблемы, трудности с диагностикой, скажем, где-то в общей сети, ну, нужно обращаться к специалистам. Ну и самое частое, о чем я говорил, третья ситуация, наиболее частая, если мы не все рассматриваем, но часто встречающиеся, mm-hmm. это вот, назовем так, реактивный артрит после перенесенных каких-то инфекционных заболеваний. Если говорить о том, что происходит в более старшем возрасте, ну, мы берем период полового созревания. Естественно, здесь уже ростковая зона закрывается, или она начинает закрываться. И ну, она еще не закрылась, она начинает закрываться, и возникает здесь, в этом возрасте, ну, скажем так, появляются половые гормоны. Возникает так называемый суточный дисбаланс половых гормонов, когда-то их больше, когда-то меньше, преобладает соматотропин, в общем-то, и это первая основная проблема, это дисбаланс половых гормонов. Еще есть проблема, которая вызывает болезнь сыроваров или юношеский эпифизиолиз. Почему болезнь сыроваров, мы сейчас расскажем. Вот немножко, добрались, да, наконец. Да, немножко скажем. Сохраним чуть-чуть mm-hmm. интригу. Это проблемы щитовидной железы, гипотиреоз. И поэтому раньше дети, подростки, которые вот болели болезнью сыроваров или юношеским физиолизом, были описаны как, ну, рембрандтовский тип. Такой немножко полненький. Чаще считалось, что болели мальчики. А почему болезнь сыроваров? Потому что во Франции вот на этих сыроварнях
какой-то простой работе, это перекатывать головки сыра, переносить, привлекали подростков. Ну и естественно, что при суточном колебании половых гормонов, при дисбалансе половых гормонов, при проблемах с щитовидной железой пострадают все ростковые зоны. Но ростковые зоны, которые испытывают наибольшую нагрузку, да, секущую вертикальную, это ростковые зоны в области тазобедренных суставов. Ну и, в общем-то, и в этой зоне как раз и происходит смещение головки бедра там, ну, сзади и к низу. Прежде всего начинается смещение. Да, они катили этот сыр, согнувшись. Да, они, нет, но они и носили его. Они носили. Естественно, носили нагрузку на тазобедренный сустав. Да, поэтому чаще дети, которые работали на сыроварных, видимо, они и страдали этим, поэтому болезнь сыроваров оттуда и повелась. Но, видимо, это только во Франции, потому что сыр делали не везде. Да? Может быть, там где-то в другой стране называли по-другому. Да, кое-где так и не научились сыр делать. Так. Вот, естественно, здесь есть, ну, если появляются боли в коленном суставе, таких детей у нас ежегодно проходит через наше отделение. Вот, вы знаете, как-то у нас нет четкой корреляции, сколько, но до 5, скажем так, детей в год мы оперируем по поводу юношеского эпифизиолиза. Угу. Причем хорошо, когда юношеский эпифизиолиз хронический. Ну, то есть вот когда по ростковой зоне головка бедра медленно-медленно съезжает к сзади и к низу. Естественно, такие дети к нам обращаются с болями в коленном суставе, мы смотрим их объективно. А как они ходят при этом? Это видно визуально, что пришел человек с болезнью сыровара? Визуально не видно, но тут зависит от стадии. Ведь все начинается с того, что ростковая зона размягчается. Угу. Процесс всегда двухсторонний. Но преобладает одна сторона, так как у правшей нога правая, опять же вспомним, подлинная. Длиннее до 1 сантиметра, это норма, то справа чаще всего, и она начинает болеть справа, он хромает на правую, значит, ее щадит, нагружается больше левая нога, ну и процесс в какой-то степени пошел и слева. Ну вот такой каскад возникает всегда. Так вот, головка бедра смещается к сзади и к низу. В запущенных, скажем так, стадиях, я не буду сейчас нагружать классификации, да, но в запущенных стадиях, выраженных смещениях, там, 50 градусов, 40 градусов сзади, достаточно ребенка поставить на коленки на стул, и мы видим, что если процесс односторонний, то одна нога сзади пересекает вторую ногу. Если процесс двухсторонний, они будут крест-накрест. Ну, это самый простой такой симптом. Но, естественно, ортопеды этим только не ограничиваются. Мы смотрим детей, и мы видим, что фактически... Я попыталась просто себе представить, как... Ну, просто у детей, у таких детей нога находится в наружной ротации. А внутренняя она, в принципе, невозможна, потому что головка уехала сзади, и ноги развернуты вот так. Вот стопы вот так в наружной ротации пытаешься. Стопы в стороны. Да, к наружу. Нога повернута к наружу. Здесь... Тоже болезнь проходит все стадии, начинающегося соскальзывания, продолжающегося соскальзывания, предсоскальзывания, стадии острого смещения, там, остаточных изменений. Так вот, если вовремя болезнь диагностируется, то такие дети к нам попадают в стадии острого смещения. Одна ситуация, когда, в общем-то, обратились к нам, мы увидели, что головка бедра съезжает, и мы просто фиксируем с обеих сторон, выполняем эпифизиодез с обеих сторон, фиксируем. Для чего с обеих сторон? Для того, чтобы ножки не были разными. Да? Ну и вторая сторона у нас не съехала. Выполняем эпифизиодез, и на этом, в общем-то, все заканчивается. Зона роста замыкается. Ну и считается, что если смещение сзади головки бедра не больше 40 градусов, можно эпифизиодезом-то и ограничиться. Ну, кто-то считает, там может быть 50, ну, где-то вот около 40 градусов. Если же вовремя заболевание не диагностируется, то любая нагрузка чрезмерная может способствовать тому, что головка бедра отрывается и смещается. И, к сожалению, было время в 2000-х годах, в начале, когда к нам поступало ежегодно вот как раз до 5 детей, но у них стоял диагноз, какой бы вы думали, перелом шейки бедра. И это не был перелом шейки бедра. У нас, ну вот, дети такие были, где-то, по-моему, в том году, но уже диагноз перелом шейки бедра не стоит, это стадия острого смещения.
И в этой ситуации, ну, достаточно неприятно, потому что в подростков, как я вам говорил, исходя из анатомии, начинает закрываться зона роста, и сосуды бы должны уже прорастать, круглая связка закрылась. А тут, в общем-то, головка бедра оторвалась маленькая, она ниоткуда не питается. Угу. Эта ситуация критическая. Нужно как можно быстрее ребенка прооперировать, сопоставить. Ну и здесь, естественно, не избежать того, что вот эта головка бедра, лишенная кровоснабжения, пройдет все стадии некроза, и восстановление будет, ну, точно не идеально. То есть вы не протезируете искусственным головкой, да, а соединяете кость вместе? Вообще в этом возрасте, конечно, нужно выполнять органосохраняющую операцию. Я не скажу, что мы вообще не протезировали детей. Мы выполняли такие операции эндопротезирования у детей, но они единичные. Мы протезировали детей после... Мы не проговорили про гематогенную стимилит острый, он тоже встречается у детей там, даже там год, два, три. Ну, это отдельная, да, это малышей отдельно возьмем. Отдельная тема, да, острый гематогенный стимилит, исходом которого является, там, скажем, лизис головки, шейки, бедра. Таких детей мы протезировали. Либо мы протезировали детей, мы тоже пока еще не говорим об этом, дисплазии тазобедренного сустава, или вывих бедра, да, когда мы формировали, делали остеотомию таза, с обеих сторон мы уже, в общем-то, протезировали. Тоже отдельная тема. Да, это тоже отдельная тема, серьезно. Мы пока говорим, ну, сегодня так вот такой... У нас подростки в основном, да, от 5 и до полового созревания. От 3 даже, я бы сказал. От 3, хорошо. Да. В этой ситуации юношеская эпизиолия острова мы соединяем и пытаемся как можно быстрее соединить, прижать костные отломочки, чтобы каким-то образом хотя бы восстановить кровоснабжение, ну и избежать дополнительной мобильности. В ситуации, когда мы пропустили начальные стадии и головка бедра сместилась сзади сильно, скажем так, больше 40 градусов, здесь замыкать в таком положении будет неправильно. Независимо от того, осталась зона роста, не осталась зона роста, бывает, ну вот сместилась сильно сзади. Нога находится в наружной ротации, и здесь нужно что-то делать. До недавнего времени у нас встречались неправильные тактики по разным субъектам, и я, кстати, выступал, участвовал в качестве эксперта в рамках судебно-медицинской экспертизы по одному крупному региону по юношескому эпифизиолизу. Вот, была выбрана тактика полностью открытой репозиции, и головку бедра разрубали и ставили на место. Естественно, исходом этого было уже доказано и показано, давно был некроз и неблагоприятный исход. Причем в этой ситуации... То есть это была старая методика применена? Да, которая... старая методика, причем в этой ситуации попытались свалить вину на доктора, который, по мнению вот этих выполнивших хирургов, не вовремя послал на эту операцию. Послал бы недели раньше, все было бы хорошо, но не суть. В этой ситуации правильной тактикой будет, я сейчас вам скажу, чтобы вы понимали всю сложность, подвертельная, деторсионная, дерротационная, варизирующая, медиализирующая остеотомия проксимального отдела бедренной кости. Если простыми словами, головка бедра, подвертельные зоны происходит остеотомия, специальная фигурная головка бедра из заднего положения разворачивается, поворачивается в капсуле сустава кверху, варизируется, а бедро смещается. Вот она, вот так сложно и называется. То есть все движения описаны. Угу. Ни в коем случае нельзя вмешиваться на тазобедренном суставе и таких остеотомий. А каждый раз, это, знаете, как вспоминаешь геометрию, расчерчиваешь, готовишься, бывает в год мы выполняем, ну вот опять же скажу цифру, 3-4 точно. Да, таких остеотомий. Последнюю такую операцию мы выполняли, может быть, где-то 2 месяца назад. А сколько длится такая операция? Вы знаете, не сколько долго длится операция, сколько, ну, требуется к ней такое кропотливое планирование. Потому что нужно правильно сделать остеотомию, нужно правильно выбрать клинер, развернуть, варизировать для того, чтобы восстановить объем движения ребенку. А сама операция идет порядка там 2 часов, 2,5 часов. Вот. И восстановление после этой операции? До 6 месяцев. До 6 месяцев. До 6 месяцев.
Вот такая вот болезнь сыроваров или юношеский эпифизиолиз. Ну уж, если у нас осталось время, нельзя... Три минуты. Надо сказать о том, что, естественно, это не все исчерпывающие ситуации, когда возникает боль у детей в колене в области тазобедренного сустава, естественно, которая требует не самодиагностики, прежде всего, а обращения к специалистам. Это могут быть и другие ситуации. Это может быть гематогенность, имелит, о котором мы говорили. Доброкачественное на образование. Вот давайте, раз у нас осталось 3 минуты, давайте про доброкачественное закончим все-таки. Вы сказали, что обозначили их, и какие они вызывают там боли. А как они лечатся, доброкачественное новообразование? Вы знаете, в зависимости от типа образования, да, и локализации, ну, скажем, встречаются в этой зоне и аневризмальные кисты. Аневризмальные костные кисты — это кисты, в котором, в общем-то, содержимое находится под давлением, естественно, они тоже вызывают боль. Это один тип лечения. То есть мы их дренируем, мы их вылучиваем, значит, замещаем. Бывает, что дополнительная фиксация требуется. Это все оперативное вмешательство. Да, это оперативным путем. Если это зависит также от, скажем так, локализации кисты. Дело в том, что в последнее время, ну что хочется сказать, если раньше костная киста, естественно, это та, или вообще костное образование доброкачественное, которое должно быть, ну, в общем-то, полностью удалено, у детей это очень важно, малоинвазивно. Всегда, когда идешь на операцию, ты в первую очередь думаешь, как сохранить хороший косметический эффект и убрать все полностью, и чтобы не было рецидива. Это касается доброкачественного образования. Кстати, вот эта вот зона тазобедренного сустава, она всегда очень, ну, скажем так, требует, ну, каких-то хорошей визуализации. Но, с другой стороны, тебя внутренний голос останавливает, и говоришь, давай подумаем, что можно сделать. Вот у нас недавно появилось такое оборудование, как компьютерная навигация, и как раз вот оно имеет ограниченное применение, но в этой зоне мы используем. Мы ребенка смотрим на КТ, а дальше эту картинку КТ мы загружаем в этот аппарат для компьютерной навигации, и когда мы ставим соответствующие маркеры, мы видим, в общем-то, как уже нам этот аппарат дает возможность малоинвазивно видеть, ну, с небольшой погрешностью, естественно, видеть расположение этого новообразования, ориентироваться навигируемым инструментом и убирать его, ну, плюсом с дополнительными тканями. И вот мы ряд таких операций успешно провели там, при образованиях в основании шейки, бедра, требующих больших доступов из подвертельной зоны. Через небольшие операции мы убирали. Это с какого времени стало возможно у нас? Вот такой аппарат у нас появился, по-моему, в 2012 году. Четыре года уже. Да, 4 года. В общем-то, он имеет... В некоторых ситуациях он просто необходим. Ну, это и в детской, ну, скажем так, доброкачественной костной онкологии мы тоже его используем. Хочется сказать, естественно, про еще несколько слов, что боль вызывает и врожденные вывихи бедродисплазии, тазобедренного сустава, но здесь, как правило, уже родители ориентированы, и диагноз не вызывает сомнения. Вы мне недавно говорили, мы на этом закончим, что боль может быть вызвана просто элементарным, нормальным процессом роста. Да, боль может вызвана, вы знаете, здесь... Когда мы, но проверить все равно нужно. Когда мы разговаривали, вот этот вопрос обсуждали последний раз в институте Турнера с Александром Павловичем Поздеев, он большой специалист в костной онкологии, и в том числе доброкачественный, и у детей, да, бывают, возникают такие мелкие костные кисты, и они все-таки во время роста, по его мнению, связаны с тем, что когда идет, ну, несоответствие темпов роста костной ткани и адаптации сосудисто-нервной сети. И он связывает это с трофическими расстройствами. Угу. Вот, прежде всего, то есть это трофичный, ну, скажем так, это тоже боль сосудистого характера. Успокаиваться не нужно, нужно идти к врачу, правильно? Ну, совершенно точно, и да, и доктора будут, специалисты, разбираться. Да, слушайте доктора, это и наш призыв, и название нашей программы. Я благодарю Дмитрия Курдюмова, сегодня он выступал как специалист здесь. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами, до свидания. Всего доброго.